Мы купили куколку из серии Snapstar Юки. Этих куколок видела в интернете. Ну, думала, что к нам они не попадут, потому как это новый какой-то проект, какая-то фирма, неизвестная мне, Юлу. Ну, в общем, как всегда, у нас несколько персонажей. Девочки какие-то, опять инста-девочки. И присутствуют 6 персонажей. Негритосочка, девочка светлых скинтонов, потом смугленькая, белоснежная, как японочка или китаянка, и смуглая кожа, наверное, какая-нибудь колумбийка. А-а. Колумбийка. Мне так нравится. Мне нравится еще негритоска, а вот эта со светлой кожей похожа на единорога. Вот. Если бы не цена, скупили бы всех. Ну, цена, кстати, они эксклюзивы для Walmart. А на Walmart они $15, $14.99 стоят. В общем, цена не сильно страшная. В комплекте в куклы идут кукла, фон для съемки куклы, стенд. И какая-то программа, где можно выбирать фоны потом и выставлять их в Instagram. Обязательно этим займемся. Коробочка дивная, выглядит как коробка из-под айфона. В общем, очень плотная. Очень большого айфона. Да, очень большого айфона. Очень плотная, классная просто коробка. С таким окошечком. Тяжелая. Тяжеленькая, да. Ну, достойная. Ну, все, открывай, хватит трепаться. Вот, сейчас мы откроем клипсы. Клипсы кругленькие. Угу. Купила куколку, потому что она мне показалась гибридом Братс и Лив. В общем, дивный гибрид. А еще не расклеила. Почему не расклеила? Все расклеила. А сверху снизу нету? Нет, все. Вот две клипсы. Просто хороший мелованный картон. Очень плотный. Да, вот начал открываться. Коробочка. Ой, какая она классная. Вот эстетическое удовольствие получается прямо даже при открытии. Ну, тут и боковушечки тоже. О, красивая коробка. Практически как у Фейер кукол. Сверху она закрыта еще чехлом таким интересным. Пластиковый. Скафандр. Угу. Откладываем скафандр. И куколка у нас здесь лежит еще и на подложке пластиковой. То есть упакована в космос. А тут она пристегнута всего двумя клипсами. Ничего страшного. Ну так это вот. Все это мы... Подожди, сейчас я покажу еще. Вот здесь у нас стенд есть. Стенд шикарный. Такого зверского цвета. Зверского цвета зеленого. А, это чтобы да, его потом это заменять. Чтобы его потом заменять, да. И для нее... О, инструкция. Целый фон. Фон раскладывается и собирается. Класс. Он тоже из картона мелованного. Очень приятного. Инструкция. Не вытрусишь инструкцию. Ладно, будем смотреть так. Тут инструкция по сбору стенда и как его прикреплять к кукле. Я подозреваю, там еще что-то есть. А, да. А, куколка паричковая. Она еще и паричковая. Точно лифт. Да. Ну, показано, как одевать парик. Как фотографировать куклу. Как собирать фон. В общем, для особо одаренных. Так, ну что, открепим куколку от ее скафандра. Интересные такие клипсы. Полукруглые какие-то. Я такие первый раз вижу. О, они еще двойные. Так, все, отсюда мы открепили. Да. А тут у нас... Все. И вот так вот мы достали куколку. В комплекте еще идет сумочка и телефончик. А, еще такая замечательная обруч. Ой, волосики классные. Сумочка такая очень крайне простенькая. Сумочка. Телефончик, я бы сказала, как у Братс. Ну хорошо, оно все в таких вот
в этих ячеечках находится, в которых оно не выпадает. И ничего не достанешь еще. Ну, ничего, это не страшно. Ну, ладно, потом. Она пока без телефона посидит. Ой, какая она классная. Мне очень нравится. Она такая... Ну, я бы не сказала, что она сильно тяжелая, но в руках приятная. Головастик. А ну, парик снимается? Ну, конечно, снимается. Здрасте. Ну, не прибитый, я имею в виду. Не знаю. Что это за лысое место? Это он такой силиконовый, это не прошитое место. Прошивка такая. Да, прошивка такая. А, он там, наверное, на штыречке. Да, на штыречке, как уливок. Ну, дырка, конечно, побольше, чем уливок. Так еще больше на уливок похоже. Ой! Шапочка внутри силиконовая, достаточно глубокая. Волосы приятные, мягкие, без какого-то укладочного средства. Прическа у нас каре. Ой, глазки вставные. Вставные, она немножко косоватая. Сейчас наведу фокусы, было лучше видно. Голова тверденькая. Губки бантиком. Угу. Такие, утюх. А волосы молдированные, очень даже хорошо. Ну, в принципе, даже неплохо бы и без парика выглядит. Так, она в сетчатых гольфах. Сетка очень крупная. Вот, очень интересные у нее ботинки. Ботинки крутятские. Шикарные ботинки, просто шикарные. Снимаются достаточно легко. Я бы не сказала, что они сильно мягкие, но украшены цепью. Такие бомбезные. Вот, у нас есть шарниры в стопах, в коленках. Вот, то есть можно и каблучные. Нога по размеру, как у Барби, ну-ка, да, гляну. Может да быть. Нет, наверное, даже длиннее. Ручки даже... Сейчас посмотрим. Сейчас снимем чулочек. Ну, так, а ну, барбийная нога. Скорее всего, Барби... Ну, чуть-чуть больше. Наверное, как у плюшки. Плюшки. Пухля, сейчас я пухлю возьму. Как у пухли, да. Так, вот пухля. Где она тут? Угу. Ну, пухля немножко подъем побольше. Да. А так... То есть пухляшная обувка им пойдет. Угу. Да. Ножки, как я бы сказала, из плотной резины какой-то, да? Юбочка со встроенными трусиками. Не трусики, просто полосочка. Ну, полосочка, чтобы юбочка не ползла наверх. Даже сейчас с имитацией запаха. Сейчас я ее раздену уже. Так, чулочки наши с такими большими ячейками, жутко моднявые. Так, юбочка у нас с запахом в клеточку. Такая японская школьница, бандитка. Пошита хорошо. Нет, нигде не торчит. Ткань очень тонкая. Блестер. Напечатанная, да? Да, но приятная на ощупь. Не картонная. Так, у нас есть кожаная курточка. Очень похоже на одежду Братс. Очень похоже. Не знаю, как сейчас мы сейчас через руки пролезем. А руки на, не снимаются? На картинке не было написано, что руки снимаются. У нас есть шарниры. Какие у нее странные плечи короткие. Да. Рукой она может достать себе до лица. Но у нее руки короткие по сравнению с головой. Тельце маленькое, да. Я имею в виду, что именно плечи у нее короткие, а локти вообще... Вот, у нее есть грудной шарнир. А локти у нее... Она... покрасилась тельце, покрасилась от этой самой черной или кофточки. А у нее вот на камере кажется, что у нее желтое тело, да? Но оно так, и так чуть-чуть светлее, чем все остальное. Ну, оно, я бы не сказала, с какой-то хрустящей резины, нет. Не знаю, с чего. Ну, ручки выглядят и ножки розовее, чем тельце. Тельце какое-то желтоватое. Ну, с головой разнотон. Ну, сзади дырочка для вставления... Стенда. Стенда, да. Жалко, что, конечно, покрасилась, но я думаю, что это проблемы черных тканей. Подвижность, такое даже у мамок бывает. Подвижность очень даже неплохая. То есть даже не 90 градусов больше сгибается локоть. Ну, еще, наверное, за счет того, что она немного резиновая.
Да. Тело похоже на брата, да. Я думаю, что и одежка от брата подойдет. То есть похоже на кукол брат 10-го года. Красиво, но... нога эстетично выгибается. Да, но очень красивый подъем. Такой прям балеринский. И неплохая лепка. Ну, достаточно схематично, но тем не менее пальчики проработаны. Проработаннее, чем в Барби. Да. Даже с подъемчиком, да. Ну, в общем, красивые ножки. Все такая интересная. Кисти. Кисти неплохие, кисти. Ну, да, ну, такие лопатные лопаточка, немножко. Да. Ну, пальчики проработаны даже где-то там. Косточки. Косточки немножко повидны. Не... Вот, при сгибе видно. При... Угу. Тоже красиво выгибается. Ну, камеры такие моцные. Ну, да. То есть игровушечка такая. Это такие деньги. Ну да. А что, ну, братцы тоже дорого стоят. И лифки дорого стоят. Глаза, конечно, немножко в кучку. Носик картошечкой. Но зато они не выглядят вытаращенными. Ну да. А есть дырочки для сережек. Да, но сережек у нас нету. В комплекте нет. Ну, да. Ладно. Ну, что. Инопланетянка. Ну что, оденем ей парачок. Назад, то лысая башка, дай пирожка. Одевается паричок легко. Бымцы, все. Вот. Вот она выглядит в паричке. Красопета. Сейчас мы поставим ей стенд. Этот замечательный. И дополним фотографиями. Сейчас я ее поставлю все-таки на стенд. Подождите, сейчас ее поставлю на стенд. У нас такой дивный стенд. Кстати, очень... Телескопический. Телескопический, классный. Не, ну не телескопический, он просто шарнирный. Он как у... Помнишь, мы кукол покупали, это самое, для рисования? Угу. Как они назывались? Фигма, фигма. Фигма, фигма, да. Ну, не очень по фигурке они. Очень, очень похож стенд. Только, конечно, вставить сюда в шею. Ой. Ну так чиркой поломала шею, да? Нет, тут не шею, скорее всего, поломаешь стенд, но вот как-то так. Вот. Ну, очень падам, падам. Так она может, в принципе, и летать. Да, она может в этом, на этом стенде летать. Как-то в таких диких позах. Ладно, сейчас попробуем сфотографировать, тогда уже... Дополним все фотографиями. Куколка прикольная. Мне нравится. Что она не сильно большая, не громоздкая. Да. В сумку кинула. Ноги из сумки торчать не будут. Да, в сумку кинула и побежала. Да. Так что, вот такая у нас новая игрушка. Подумаем над второй. Надо и не надо. Ну, поиграемся и решим. Угу. Денег заработаем. Денег только жалко. Да, дорого стоит. А что у нас дешево? У нас все дорого, да. Все. Благодарю за просмотр, если вы это посмотрите. Пока! Пока!